Приветствую. Давайте сегодня сделаем разбор соло из песни Юрия Антонова «От печали до радости». Я сыграю в подряд два соло, и потом мы их попытаемся разобрать. Приступим. Начинаем с первого, конечно, соло. Играет пятая струна. Хаммером играем из пятого на восьмой лад. Восьмой лад у нас в сильную долю. Потом четвертая на седьмом. И третья на пятом. Дальше. Ставим указательный палец на четыре струны баре нижних. Играем четвертую. Потом в сильную долю играем хаммер пул. Вторая струна, пятый, шестой лад, потом третья и четвертая. Сначала. Вот так, дальше. В сильную долю играем слайдом четвертую струну из седьмого на восьмой, потом третья на седьмом, вторая на восьмом, первая на пятом. Потом шестой на первой, пулом сбрасываем на пятый, вторая на восьмом и третья на седьмом. Еще раз. Дальше. Хаммер-пул играем вторую струну, пятый, шестой лад, потом третья, семь, пять, четвертая, семь и третья, пять. Еще раз этого места. Хорошо, дальше идем. Играет вторая струна. 5, 7, 5, 6. Потом хаммером играем из пятого на шестой. И пятый лад. Дальше. Играем по соль минору. Хаммер пул, третий, шестой лад, вторая струна. Потом третья на третьем. Четвертая на пятом и четвертая на третьем. Потом первая на восьмом и вторая на шестом. И слайдом сразу на восьмой уходим. Вот так. Дальше. Играем в октаву ноту ре. То есть первая на десятом, третья на седьмом. И слайдом ушли вниз. Дальше. Играем две струны, и третий и пятый лад, слайдом мы ходим. Потом эти же струны на восьмом. Потом 5, 8, 5, 3 и слайдом на 5.
Вот так. Дальше. Играем слайдом первую струну из пятого на шестую. Потом пять, три, лады говорю. Потом вторая два раза на шестом и два раза на пятом. Вот так. Дальше. Играем так. Раз, два. Вот на два начинаем играть. Раз. На два, значит, мы играем хаммер, третью струну из десятого на двенадцатый. Потом указательный палец, вторая на десятом и первая на десятом. Первая и вторая должны звучать отдельно, не вместе. Вот так. Потом вторая играет 13-10, третья 12-10, четвертая 12-10 сначала. Потом четвертую возвращаем на двенадцатый, и потом третья на десятом, и вторая на десятом. Еще раз. Раз. Вот так. Дальше. Дальше играем первую на десятом, вторая 13-10, третья 9, первая в октаву 12, третья 10, первая в октаву 13 и вторая на 13-м. Еще раз. Еще раз эту фразу. Раз. Вот так. Дальше следующая часть у нас идет. Играет у нас первая, вторая струна. Играем обе их. Правой рукой две играем, на первом ладу держим две. И потом хаммером сразу вторую играем на третий лад. Потом убираем, играем на первом, вторую. Дальше. Пулом сбрасываем первую струну из первого лада на открытую. Потом вторая на третьем, на первом, третья открытая. Потом четвертая играет 3, 2, открытая 2. И снова на четвертой. Еще раз. Потом третья на втором, вторая на третьем, первая открытая, первая на первом по ре минору. Пришли сюда, на первую, на первый лад. Затем сбрасываем, как вот пришли мы на первую. Потом сразу сбрасываем пулом на открытую. Вторая на третьем, на первом вторая. Третья на втором. Четвертая играет 3-2-0, то есть на открытую. Потом 2-3, третья на втором. Вторая на третьем и третья на втором. Все, эта фраза закончилась. Давайте еще раз этого места. Дальше идем. Играем у нас по аккорду си бемоль мажор. Играем первую, вторую указательным пальцем на шестом ладу держим. Играем им обе их. И сразу хаммер играем вторую струну на восьмой лад. Первая должна остаться звучать. Вот так. Два раза так играем. Потом вторая и третья на седьмом. И дальше. То есть слайдом из третьего на пятый обе. Потом 8-5, 8-5. И снова слайдом третий, пятый. И вторая 6 и третья 7. Еще раз с этого места. Вот, дальше идет у нас пустое место перед очередным куплетом. И там еще две фразы будут. Вот, по ре минору, то есть три нижних держим на десятом, четвертая на двенадцатом. Свипом играем быстро от четвертой к первой.
Потом первая 12, вторая 13, 10, третья 12 и слайдом на 12. Вот, это первая фраза была. И потом вторая. Ну, соло изначально играется пальцами, без медиатора, но я медиатором играл. Значит, будем выходить из положения. Так, вторую играем хаммер из третьего на пятый лад, потом третий лад, третья на пятом, и снова хаммер, вторая из третьего на пятый. Вот, это мы играем медиатором эти ноты. Теперь первая у нас прижата вместе со второй. Будем играть ее регулярно. Первая прижата на третьем. И играем средним пальцем правой руки. Вот так. Вот, на этом закончилось наше первое соло. Поехали дальше. Второе соло давайте разберем. Итак, по ре минору. Я играл в этой позиции, можно в этой сыграть, ну, мне было удобнее здесь. Третья на седьмом, вторая на шестом, первая на пятом. Быстро опять-таки свипом играем. И вторую тянем из восьмого лада на один тон медленно. Дальше. Первая у нас играет на восьмом, третья и вторая остаются на месте, как мы первый раз играли. Теперь только мы поменяли положение пальцев, то есть третья средним, вторая указательным, а первая мизинцем. Тоже свипом играем и вторую тянем опять на тон. Сначала. Вот так, дальше. Играем хаммером из пятого на восьмой вторую, пулом сбрасываем. На пятый. И потом играем вторую на пятом и хаммером на шестой. И потом снова дублируем уже правой рукой на шестом ладу. Дальше. Играем хаммером третью из пятого на седьмой. Потом хаммер-пул играем четвертая, пятый, шестой лад. Третий, пятый. Давайте еще раз этого места. Дальше. Можем хаммером сыграть четвертую струну из второго на третий. Можем слайдом. Дальше. Третья на втором. И вторая на третьем. Потом снова третья и снова вторая. Из третьего сразу слайдом на пятый лад идем. Вот, и потом второй раз играем на пятом. Дальше. Свипом играем по ля минору. Четвертая прижата на седьмом, третья, вторая на пятом. И мизинцем вторую держим на восьмом. Нам надо сыграть 4, 3, 2. И потом вторая на пятом. Четвертая, третья у нас приглушены правой рукой. Дальше. Третью тянем с 12 на тон. Дальше вторая на десятом, первая на десятом, 12, 13, 12, потом вторая, 13, 10, и тянем на один тон медленно вторую струну на 13 ладу. И потом обратно опускаем медленно и играем уже в свободном положении. Еще раз. Дальше. Быстро тянем третью, 12 лад на тон. И потом сразу первую играем на 10. Потом вторая играет 13, 10. И третью опять медленно тянем на тон вверх.
Вот так. Дальше. Вот такая фраза. И опять приглушиваем ладонью вот в этом месте струны. Играет у нас три нижних пока. Третья играет 7-5-7. Вторая 6-8. Первая 5. Дальше. Пулом играем вторую из восьмого на шестой. И сразу на третью струну на седьмой. Дальше. Вторая играет 5-6-5. Третья 7. И вторая 5. Сначала. Потом хаммерпул, четвертая струна, пятый, шестой лад, третий, пятый, третий, пятая на пятом и четвертая коротко на третьем. Еще раз. Вот так. Дальше. Первая, вторая на десятом ладу. И слайдом ушли вниз. Дальше. Играем вторую струну. Тянем из 13-го лада на тон. Отпустили, нота прозвучала. 10, 13, 10. И снова 13, тянем вверх. Потом тянем 13-й лад, вторая. Медленно опускаем и играем уже в свободном состоянии струну. Еще раз. Дальше. Начинаем с третьей струны. 10, 12, вторая 10, первая 10. Потом играем пулом вторую из 13 на 10. Потом третья 12, 10. Еще раз. Потом четвертая 12, 10, 12. Вот после четвертой третья на десятом, вторая на десятом и третья слайдом из десятого на двенадцатый. Сначала. Дальше. Играем так. Слайдом будем играть. Третья, вторая играет. Вторая на восьмом, третья на седьмом. Сыграли их. Слайдом ушли на тон вверх, чтоб третья у нас стала на девятом ладу. Потом назад идем. Играем правой рукой. Дальше. Первая, вторая играет. Первое положение на пятом, на восьмом и на пятом. Два раза так делаем. Потом третий раз играем. Также начинаем. Потом первая, вторая играет у нас 8, 10, 8. Давайте еще раз. Вот так. Потом обратно вторую, третью. Сюда на тон ниже и обратно назад. Давайте попробуем на кусочки разобрать. Вот первая фраза. Потом вторая. Повторяем также. Потом третья. Потом повторяем третью. Сначала. Хорошо, дальше. Потом играем слайд. Вот это положение на восьмом. И потом обратно. Слайдом. И первая с второй, потом играет 8-10. Давайте еще раз медленно эту часть сначала попробуем. Вот, и сначала потом. То есть вот эти вот ноты, в принципе, вы можете менять и играть, как вам
это понравится. То есть обязаловки такой нет. И на этом, пожалуй, все мы с вами и разобрали. Надеюсь, рассказал все доступно. Желаю вам творческих успехов. Спасибо. Пока.